Еще три участницы. Сюзанна Фолькио, Финляндия. Такое впечатление, что у всех участниц хореографом работает Лори Никол. Вот такое немножко финское фламенко нам продемонстрировала Сюзанна. Безусловно, после того, как понаблюдаешь за соревнованиями танцоров, которые выдают такое фламенко, что прямо лед под ними плавится, все другие попытки одиночниц кажутся... Один прыжок, тем не менее, сорвала. Тренер — это ее старшая сестра Хейди. Уже полтора года они тренируются вместе. Тоже первая в своей стране, в том смысле, что, как и Каролина Костнер, свои награды на Нью-Йоркском чемпионате мира и чемпионате Европы она получила впервые в истории Финляндии. До нее никто так не мог. The technical element score, please.
24 балла. Это чуть меньше, чем у Беатрисы Лаянг. И здесь тоже 24 балла. Это по компонентам второе место, а вот по элементам, к сожалению, только восьмое. Поэтому 48-48, что она набирает. Это между Алисой Чизни и Беатрисой Лаянг.